Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Только был обрадовался наступившим теплым денькам, как погода преподнесла свои неприятные сюрпризы. Температура упала до плюс 14, плюс 12, ветер такой поднялся, холодный, прям неприятный. Но я не собираюсь отступать перед небесной канцелярией, так что гриль сегодня будет в любом случае. Розмарин и тимьян срезал, поехали готовить. Угли в процессе, приступаем. Хочу сегодня приготовить вот эту замечательную лопатку барашка. Мариновать ее, конечно, можно долго, но ждать мне и так придется немало. Поэтому я хочу ее приготовить на непрямом жару, а подавать ее буду соусом винегрет. Это очень вкусно. Понадобится для маринада красное вино, соль, перец, черный чеснок, тимьян, розмарин и немного масла оливкового. А для соуса помидор, это сорт валенсиано, местный такой, лук, чеснок, винный уксус, соль, маринованные огурцы и опять-таки масло оливковое, холодного отжима, ароматное. Приступим. Одноразовая корыца для моей лопатки великовата, надо, наверное, этот сустав отрубить. Ну вот, другое дело. На цеку поверхность, чтобы мариновалось быстрее и чтобы пропекалось равномернее. Сначала я хочу пропарить эту лопатку в ароматной паровой бане с травами, с чесноком, с вином, а затем уже довести до готовности без фольги. Жар от углей будет подниматься сначала, а потом под крышкой опускаться с этой стороны. Короче, все будет происходить как в духовке. А пока этот небыстрый процесс идет, я займусь соусом. Помните же, да, что винегрет – это от английского винегар, уксус. Но начинать надо не с уксуса, а с чеснока. Немного соли. Чесночный сок – отличный эмульгатор. А мне понадобится эмульгировать оливковое масло. А вот теперь масло. Понемногу. Нужно, чтобы оно взяло в себя все ароматические эфиры чеснока. Соотношение должно быть такое. На 4 части масла – 1 часть уксуса. Надо его, кстати, уже добавить. Теперь лук, маринованные огурцы и помидоры. И, собственно, остается только ждать. Хочу добавить ягненку немного дымного аромата. Отлично!
Осталось подождать минут 15-20. Аромат потрясающий совершенно. Аромат розмарина, тимьяна, чесночка и аромат дымка. Это очень классно. Нежнейшее, ароматнейшее. Просто прекрасно. И даже как будто погода стала немножечко получше. Спасибо за компанию. Напоминаю, промокод Фреско позволит вам сэкономить. Спасибо за компанию теперь. Всем пока.